На каждый приобретенный до конца года грузовой автомобиль Renault Trucks предлагает расширенную двухлетнюю гарантию бесплатно, а также купон на сумму до 170 тысяч рублей на покупку следующего автомобиля. И, конечно, лизинг от производителя. Подробности по телефону в Москве 721 1280, по официальному адресу и на сайте renaulttrucks.ru. Мы работаем на ваш успех. 20 ноября образовательные компании IQ Consultancy и Генеральное консульство Великобритании приглашают родителей и детей от 6 до 16 лет на выставку британских школ-пансионов. Выставка пройдет в Генеральном консульстве Великобритании с 14 до 19 часов по адресу площадь Пролетарской школы, дом 5. При себе иметь удостоверение личности. Дополнительная информация по телефону 322-5808, 322-5808. Санкт-Петербург, 920-107-4. Открытое небо. О больших открытиях малого бизнеса. Изменения в законах и новостях. Мнение экспертов и откровенные истории создания своего дела. Открытое небо. Настоящая свобода. Бизнес FM Санкт-Петербург. Спонсор рубрики компания «Галлонги». Энциклопедия. Поначалу кофе в Северной Америке был гораздо дороже чая. Все изменилось, когда король Георг III обложил чайную продукцию налогами. Декабря 1773 года жители Бостона переоделись индейцами, проникли на английское грузовое судно, стоявшее в гавани, и выбросили за борт весь груз. 342 ящика с чаем стоимостью 18 тысяч фунтов стерлингов. Кофе моментально начал набирать популярность, а самая известная кофейня «Зеленый дракон» стала местом постоянных встреч зачинщиков восстания. Она приготовит кофе так, как вы любите. Ароматный, настоящий. Эспрессо, латте или капучино с волшебной молочной пеной. Всего одним прикосновением. Новая кофемашина «Примадонна» от «Делонги». Лучший итальянский кофе у вас дома. Ситуация. Здоровье нашего слушателя Владимира нанесено вред врачом. Как выяснилось в суде, фирмы, оказавшие некачественные врачебные услуги, не имели соответствующих лицензий.